Галанин Василий Семенович, рядовой, погиб в Восточной Пруссии. Галанкин Дмитрий Дмитриевич, рядовой, пропал без вести. В День памяти и скорби на площади Победы звучат имена рязанцев, павших в Великую Отечественную. Это именно им мы благодарны за настоящее. Всего же из области на фронт ушло более 300 тысяч бойцов, 180 тысяч погибло. Для них к вечному огню курсанты возложили гирлянду воинской славы, для них было сегодня возложение цветов. Массовое возложение цветов замыкают юноармейцы из Дубровичей. Там они отдали дань уважения павшим воинам с утра, а затем отправились в Рязань. Со своими артефактами от великих предков. Мой папа, как говорится, участник Великой Отечественной войны, как говорится, воевал, как говорится, 17 лет его уже забрали, как говорится, сибирского мальчишку, забрали на фронт. И 18 лет, когда, ну, сначала в учебку, 18 лет, когда ему исполнилось, он уже первым номером, как говорится, ушел на фронт. Как говорится, у него два ордена славы. Один орден славы хранится у меня, второй орден славы в Красноярске у моего родного брата. Для юноармейцев из Дубровичей цветная церемония – еще один пунктик в патриотическом воспитании. Гонять по датам лишний раз их не надо. Про Великую Отечественную они знают и так. Мы смотрели множество документальных фильмов по Великой Отечественной войне. И, конечно, оборону Брестской крепости – очень запоминающийся момент начала войны. Память о погибших. Те, кто воевал, были в самом очаге войны. Торжественным маршем проходят курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Для ребят в красном они в социальной патриотической цепочке безусловный ориентир четкого почитания традиций.